Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи. Заканчивается осень, и чем славится вот это время года? Конечно же, спокойным созерцанием человека внутрь себя, и, конечно же, единением с природой. И сегодня у нас такой прекрасный выход на природу в сторону цветов хризантем. Представим, что мы находимся в древней стране Японии, в которой хризантема возведена в ранг императорского цветка. В общем-то, здесь есть у меня текст про хризантемы, и мы с вами будем время от времени читать его, пока будем рисовать. И вот, вот такой вот есть иероглиф, который обозначает хризантему. Мы его тоже как бы впишем в нашу территорию японского сада. Представьте себе, что вы гуляете по этой древней стране и вдруг попадаете на территорию, там, где хризантема правит, там, где она во множестве расцветает.